13 наблюдателей, иностранцев и 9 украинцев. Именно столько представителей миссии ОБСЕ продолжат работу в Одесской области. Они ходят на акции протеста, митинги, резонансные судебные заседания и не только. Их задача – следить за безопасностью на границе Украины и Приднестровья, а также в Одесском регионе. Ну а подробные отчеты гражданских наблюдателей можно увидеть на официальном сайте ОБСЕ. Первые 24 часа два года назад мы также разместили свое представительство в Одессе. И с тех пор наши наблюдатели представлены здесь, в этом городе и во всем регионе. Наша роль здесь – это нивелировать давление, снизить уровень напряженности и поддерживать мир и безопасность. Напомню, 21 марта 2014 года по решению 57 стран-участниц ОБСЕ в Украину направили специальную мониторинговую миссию. Всего более 700 человек.